Всем привет, с вами DevPro, и сегодня я сделал обзор на Minecraft Pocket Edition 0.12.1, билд 12. Всем не секрет, что билд 12 это последняя версия Майнкрафта, дальше уже будет релиз. Ну, в этой версии, как всегда, исправили баги. Ну, давайте начну, покажу всем новые блоки, для тех, кто не видел полный обзор. Здесь добавили кварцевый блок. Добавили также плотный лед, он отличается маленько от обычного. Добавили песок душ, с помощью которого мы сможем маленько тормозить. Добавили полублок кирпича. Добавили адский забор. Добавили также варочную стойку, наковальню. 5 видов голов мобов. Горшок. Также добавили зачаровальню. Что, добавили 5 видов лодок. Ну, они и были, но их просто добавили креатив. Добавили 2 новых мобов. Это оцелот и ифрит, который появляется в аду. Так, дальше у нас идет последний. Здесь добавили нам 2 вида яблока. Это обычное яблоко и зачарованное. Что добавили слезу Гаста, огненный порошок, адский наросток, что паучий глаз и пузырек опыта. Также добавили много книг, добавили зелья. Также добавили зелье, которое мы можем бросать. Вот. Также добавили новое измерение, это ад. Чтобы его нам построить, нам придется сделать такую, так сказать, подстройку. После чего взять зажигалку и зажечь этот портал. И у нас появится портал в ад. Вот. Вот такое глобальное обновление. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.